И снова здравствуйте, всем привет. Итак, теперь вопрос такой. Если будет делаться анимация, там какой-нибудь полицейский, следопыт, приключения, где будет задействован, допустим, фонарь, как сделать анимацию фонаря? Давайте попробуем это все дело посмотреть. Так, нам понадобятся кости Индиана Джонса. Зайдем в Edit Mode. Ну, что можно делать? Давайте Shift-A, добавим косточку, выберем ее. G, сделаем R. Сделаем ей S. Сделаем G подальше, чтобы она ни с чем не связалась, да? Ну и попробуем вот эту косточку привязать к руке. Так. Вот к этой кости. Ctrl-P и offset. Так, смотрим теперь в Object Mode, заходим, выбираем наш полностью вот этот фонарь, G, подгоняем его под нашу косточку, семерка на NumPad. Так, а ну-ка G поближе. Выбираем наш фонарь, выбираем через Shift наши кости, заходим Post Mode, выбираем вот эту косточку и делаем Ctrl-P. Так, а ну-ка. Ctrl-P. Бон. Так, а ну-ка. Теперь заходим в Object Mode, выбираем наше стекло, делаем Alt-P. Clear Parent. Тройка на NumPad, делаем G. Единица на NumPad, и вот вставляем ее назад. Что-то она отлетела, да? Так, вяжем ее к фонарю, Ctrl-P, пусть будет Object. Выбираем наши кости, заходим в Post Mode и смотрим. Надо теперь наш вот этот фонарь, видите, он привязан к руке. Если вы будете делать анимацию, допустим, где он достает потом ну, вот этот фонарь, это можно разбить на несколько кадров, на маленькие рендеры, допустим, потом все смонтировать. Ну или делать уже с помощью аддона. Так, где аддон этот? Dynamic Parent. Я показывал, как он работает. Нужно с ним еще там чуть-чуть поработать, да разбираться. Выбираем, значит, вот этот фонарь R. Перекручиваем. Смотрим, чтобы это все дело оказалось у нас в руке. Так, а ну-ка. Делаем R. Тут еще можно потом с рукой поработать. Именно подзагнуть пальцы, там еще что-то. Ну, это как для эксперимента, да? Не буду я сейчас все это дело подгибать. Так, R. В принципе, все нормально. Фонарь вроде бы как в руке. Вроде бы как все симпатюшно. А ну-ка. И вот теперь пропадает анимация. Когда к руке все дело это вяжется. Пропала анимация. Но это не беда. Мы ее можем заново, значит, прописать. Так, а ну-ка. А почему он здесь не хочет быть в руке нашего персонажа G? Так, изначально пусть будет тут. Так. Так, и что, он теперь будет работать? Все, сюда подставляется и пошел глюк. Ладно, делаем Ctrl-Z, Ctrl-Z. Тогда попробуем прописать анимацию просто так, да? А ну-ка. Выбираем вот эту косточку. Заходим в пост. Так, а ну-ка, в пост мод, что у него тут? Вот, не хочет он анимацию этой руки делать, потому что к нему привязалась, значит, кость, хотя должна это работать. Ну, глюк какой-то. Так, зайдем тогда
Да не будем никуда заходить, просто перепишем анимацию. Так, вот еще Ctrl-Z. Заходим в Object Mode, отлетело стекло. Так, а ну-ка. Бывают такие, значит, заморочки. Очень они бывают, выбешивают, но ничего. Подправим, сделаем так. Ctrl-P. Это будет Object. Так, теперь что у нас? Заходим в Post Mode, смотрим R. Все привязано. Тогда R. Перекрутим опять же кость. Заведем ее к нашему персонажу. Так, R. G. И подставим, значит, в руку к нашему персонажу. Теперь выберем руку персонажа. И, значит, раз анимации перестали у него работать, ну, мы их тогда ликвидируем и пропишем все заново. Так, ну, тогда раз уже, как говорится, стрижка началась, да, выбираем кость фонаря, выбираем нашу кисть руки. Так, выбираем, значит, фонарь, подставляем вот G в руку. Значит, теперь палец R докручиваем, перекручиваем. Так, теперь вот эти пальцы R вперед, эту, значит, штуку R подкорректируем, заведем. Так, подзажмем вот этот палец, а ну-ка, R. В принципе, как говорится, все попало, да? Угу. Пропишем, значит, вот это дело отдельно. Так, и локация, ротация. Следом, что у нас идет? 10-й кадр. Делаем G, делаем R. Так, а ну-ка. Так. Почему-то идет вот этот глюкоген. А, он тут руку отпускает просто, да? Вот тут нужно будет опять же пальцы поджимать, которые я не прописал, да? Пойдет вот так, значит. А ну-ка, А, И. Выбираем опять же нашу руку, выбираем только косточку фонаря. Делаем G. А ну-ка, где он теперь? Оп. И здесь он должен ее как-то вот так, да, перекрутить. G и подальше отвести. Так, щелчок. А ну-ка, раз, повыше. Как-то так. Теперь, значит, у него плечо тут отходит повыше. Ключицу можно, а ну-ка, еще даже приподнять. Так, эту ключицу можно даже еще припустить куда-нибудь. Чтоб красиво стоял, да? Так, что у нас тут с фонарем? А, и так, так, так. Ну и пускай он его, значит, поводит чуть-чуть, да, ну, чтобы проверить потом,
как работает цвет. Значит, это он туда. Кверху там, допустим, поднимает. Так, если мы сейчас кисть R перекрутим вот так хотя бы. Видите, надо переписывать пальцы. Переписать, значит, кисть руки. Или вот, допустим, что мы еще можем. Значит, можем, значит, руку вот эту чуть-чуть, значит, локоть да прописать. И, значит, вот этот вот подъем, как ключицы, и... Ну и тут он бросает уже пальцы, это не есть хорошо. Надо их тоже раз выбрать. И R подсогнуть, английская А, И прописка. Так, теперь, где он будет, вот фонарь, где он поворачивать должен. Так, раз. Вот здесь он должен хоть какую-то штуку сделать с фонарем. А ну-ка, R. Так, Ctrl-Z. Выбираем кисть руки, фонарь, семерка на нампаде. Делаем R. И поворачиваем, значит, голову R. Так, Ctrl-Z. Вот это голова. Так, он здесь, значит, допрописывается. А ну-ка. Вот эти моменты тогда мы удалим. И вот теперь он раз вот плавно возвращается анимация вместе с головой. Все это зашибись. Так, вот здесь вот мне не нравится почему-то вот эти вот ключицы как-то они тут поставлены не очень, да? Ну, в принципе, пойдет для понимания, чтобы внешний вид был, да? Так, а ну-ка. Да, прикольно, все нормально. Смотрим, вот здесь уже ненормально. Это значит G. Что-то с этим ригом надо поменять этот риг миксама. Так, а ну-ка. R, G. Ну, в принципе, пойдет. Так, что еще тут? Раз. Ну, в принципе, нормально, да? Так, заходим в Object Mode и настроим наш цвет. Выбираем материал, добавляем сюда, значит, эмиссию. Ну, здесь побольше можно света добавить, 25 тысяч. Так, здесь все то же самое оставляем. Потом посмотрим. Теперь добавляем лифт цвет. Переходим на спот. 1000 вольт это много. Поставим давайте 300. Можно 200. Так, теперь радиус custom distance. Заходим куда? Делаем S. Уменьшаем все это дело. G. Подставляем, значит, к нашему фонарю. Единица на нампаде делаем R. Тройка на нампаде делаем R. G. Подставляем фонарь. Делаем S еще поменьше. Так. Ну, вроде бы стоит. И привязываем наш свет к нашему фонарю. Ctrl-P. Object. Так, теперь что у нас получается? Заходим в шейдинги. Добавляем Word. Добавляем это, так, значит, V. Volume Scatter.
и подсоединяем к волнам. Переключаемся, значит, вот такой внешний вид. Вы видите, что волна есть, это диск density. Уменьшаем до 100. Так, что еще? Так, анисотропия. Делаем вот чуть-чуть поменьше минуса. Так, теперь нам нужно настроить вот этот цвет, чтобы он, значит, ну, не такой большой был, да? Blend, Show Curve, Clip Start, Blast. А ну-ка, ну-ка. Угу. Во. Такой свет интригующий, валом уменьшим. Можно чуть-чуть побольше его поставить. Так, что еще тут можно сделать? Дальность 40 метров. Ну, давайте поставим поменьше фонарь все-таки, да? Ну, пусть будет 20. Так, теперь size 75%. А ну-ка проверим, если в 3 мало, ставим 50. Ну, вроде бы нормально. Но если сильнее надо, да, тогда пусть будет и 80, и 90. Так, теперь диаметр мне нужно вот этот радиус уменьшить. Где он тут находится? Bass Start, Bass Track. Угу. Так. Вот он, радиус. Это увеличивает, это уменьшает, да? 4 метра. А ну-ка. Так, здесь соточка, стенд. Так, а ну-ка. Темнота может быть чуть по, ну вот, мутно, да? Может прям сильная темнота быть. Ну, оставим где-то 400. Так, свет есть. Но если будет еще такая штукенция, вот если сейчас делать анимацию, да? Shift A, Mesh. Добавляем план, делаем S. Допустим, тут, ну, какая-то, значит, часть земли, да? Добавить, если окружение, допустим, куб, там еще что-то, то нужно будет добавлять еще вот эти вот свет дополнительный. Вот так-то, видите, он ищет, все нормально, здесь можно что-то положить. Так, он здесь вот двигается, видите, да? Вот раз, тут все у него, что-то там лежит, что-то там у него прячется. А ну-ка, ну вот такая штукенция. Моет под ноги, там еще куда-то. Но нам нужно еще добавлять будет дополнительно свет. Это add, значит, лифт. Ну, допустим, поинты, да? Так, G. Тут нужно будет его выставлять. Shift D, допустим. Shift D. Здесь 10 вольт поставим. 400, допустим. Там как-то вот сзади за что-нибудь выставлять его. Здесь, допустим, 200. Так вот. Или, допустим, здесь вот 5. И к нему все поближе-то подставляем. Вот. Можно использовать, допустим, ареал, да, там, из какого-нибудь источника, чтобы еще свет попадал на него.
там, допустим, факел какой-то горит сбоку. Вот это нужно дело потом, значит, проконтролировать, попробовать. Вот здесь в углу, допустим, вот это будет гореть факел. Он можно тоже на эмиссию, да? И получается многовато 400, ну пускай будет 200, да? Вот так. Дополнительный свет можно еще куда поставить? Ну, к нему, допустим, G. Так, это значит... Если не ария, так, а если поставить поинты, да, вот, ну, нужно настраивать, вот, допустим, раз там волн поменьше, там еще что-то, 5 метров можно побольше поставить, вот, чтобы не было вот этого тумана. Нужно разбираться, Shift A, добавим mesh, добавим, так, этот циркл долой, Shift A, mesh, добавим куб. И попробуем сделать S. Как будто, ну, окружение, да, там, земля, там еще что-то. Ну вот, как-то так-то получается. С этой штукой я дальше не работал с настройкой света. Нужно теперь это хорошо, значит, разобрать. Как это все дело и откуда его едят. Так. Вот вы видите, что персонажа нашего не видно. А это дело неправильное, потому что если будет, значит, мульфин, фин, то он должен быть хоть чуть-чуть виден. Так, это где у нас? Попробуем добавить, значит, тройное освещение. Это, значит, нижняя рамка. Так, и еще один. Так, это план. Нам нужно point еще один. Так, вот оно, наш вверху. Так, если мы поставим сейчас, выберем наш вот этот спот, зайдем в шейдинги, то здесь можем поставить, допустим, ну, другой какой-то оттенок, да? Ну, тут если будет деревья, там еще что-то, там будет отражаться, все будет получше смотреться. Так, это что вот это? А ну-ка, поставим... 20, допустим, вольт, да? Ну вот уже получше. Получше, ну вот под угол, где он тут сидит. А ну-ка, если мы зайдем сейчас в Cycles, да? Ну, тяжеловато, конечно, но будет лучший внешний вид. Со светом надо будет поработать. А ну-ка, лифт.
лучше будет, но... Так, что у нас на план тут? А, вот еще можно так вот на эту штуку. Ambient Occlusion добавить, блумы. Потом здесь вот под настройку сделать дополнительно, да? Рендер вот этот 64, можно его поменьше поставить. Восемьдесят восемь блум. Так, откуда идет свет? Вот этот, да? Так, здесь вот многовато, наверное, да? Попробуем уменьшить, значит, это что у нас? Вот они. Во! Вот это будет правильный фонарь, наверное. Вытянутый, все, зашибись. Так, это кто у нас? Размытость. Вот она, тоже неплохо будет. Четкости не будет. И вот у нас теперь персонаж может, значит, искать какие-то сокровища, там еще что-то. Ну, да прописать анимацию, значит, да. И еще что. Фонарь у нас, видите, постоянно включен. Как его отключить? Так, заходим на нашу вот эту вот, на наше стекло, вот на этот фонарь. И да пропишем так материал. И пропишем, значит, его в ноль. Тут можно добавить потом настройку стекла. Пропишем. И здесь вот он раз должен щелкнуть. Так, а ну-ка. Сколько он там был? Тысяч. Ну пусть 1000 будет, да? Все, здесь он уже будет включен. Все, дальше где-то он будет убирать ее, и тоже можно отключить анимацию вот эту. Так, вот фонарь выключен. А ну-ка, что-нибудь тут все белое. А ну-ка, добавим синенького, добавим какого-нибудь коричневого. И попробуем теперь, как будет внешний вид. Ну вот уже более-менее. Но персонаж все равно плоховато виден. Нужно свет как-то вот в общем здесь настраивать, да? Так. Ну уже нормально. Вот здесь вот еще можно, значит, классно сделать так. Так, ну вот такая информация. Все, всем пока, до свидания. С общим окружением я еще, значит, поработаю. И потом, возможно, будет ролик. Посмотрим, как все это дело тут установить. Докидать каких-то объектов, там, я не знаю, статуи какие-то, что он там в пещере ищет, допустим. И посмотреть, как все это дело происходит, настройка. Все, всем пока, до свидания.